И всем привет, с вами я, Александр Навасов, и в данном видеоролике сегодня у нас будет опенкейсинг новых кейсов Prisma Case. И вот как-то так, потому что это новый кейс, он вышел совсем недавно, а также сегодня будут итоги конкурса на нож Градиент. И в общем вот так вот как-то. Я сегодня закупил 30 кейсов и 30 ключей для этого опенинга. Кейсы стоят по 650 рублей, ну, умножьте там на 30, и получится примерно 19к я потратил, но переведите это все в доллары, как бы. Также еще я покупал ключи, я не знаю, я не считал, сколько стоят ключи, но я покупал еще ключи. Но, в общем, как-то так. Вот у меня есть 30 ключей, 30 кейсов, и мы сегодня будем их открывать, потому что я хочу это сделать, я об этом мечтал, я специально сейчас закупил, потому что сегодня, именно сегодня, вышли эти кейсы, даже они еще в некоторых странах не вышли, потому что у меня другой часовой пояс, а у меня уже вышли эти кейсы, новые обновления в Counter-Strike, и сегодня, вот, ну, я, наверное, первый ютубер, который это снимает, но, наверное, я когда выложу, уже кто-то еще выложит, ну, хотя я не знаю. Я первый ютубер, который это снимает на русском языке, так что вот так вот. Итак, итоги конкурса, выиграл у нас Максим, я ему отправляю нож Градиент, все, отправил, подтвердил, все, найс. Ладно, и мы теперь идем к этим кейсикам. Именно кейсиком, потому что почему бы нет, почему бы сейчас не открыть этот кейсик. Например, я беру ключик сейчас, и мы смотрим, что может выпасть из этого кейсика. Вот такие вот новые скины, я не буду их показывать, как показывают другие ютуберы, я буду показывать вот так вот, объемно, чтобы было все красиво. И это Крипсис, это такой прикольный фамос, мне он достаточно нравится, он с какими-то осенними листьями, по-моему, или как-то так его можно назвать. Достаточно такой хороший, красивый скин. Калаш. Калаш это Uncharted. Похоже из игры Uncharted. Да ладно, я шучу. Ладно, окей, здесь у нас изображены два лица. Здесь у нас здесь есть какие-то такие надписи какие-то. Какие-то, ну такой красивый достаточно калаш. Такого нету, но он похож на Ягуар почему-то, мне напоминает. Достаточно такой хороший тоже скин. МАК-10. МАК-10 это White Fish. Это такой белая рыба. И тут мы видим то, что это такой, ну, немного страшненький скин. ФАМ, этот Галил. Ар Акобен. Типа как Габен, только Акобен. Короче, это у нас получается зебра. И достаточно такой тоже хороший скин. Но какой-то он ржавый, потертый и достаточно такой некрасивый. Но, наверное, это зависит от качества скина. Дальше у нас идет MP7 Мистер. Это у нас здесь такие, по-моему, какие-то рот какой-то или что такое вообще. Прикольно, прикольно. Достаточно такой хороший скин, красивый. Мне нравится, ребята. Я не знаю, как вам, но мне нравится. Дальше идет P250. И сразу я здесь понимаю, что это какой-то бронзовый красивый пистолет. Такого, которого не было. Ну, я говорю не было, потому что это новый кейс. Я такие скины в первый раз вижу. И он прям светится, прям вообще такой красивый, такой. Ну, мне напоминает бронзу, так что ладно. Дальше у нас идет петух P90, это Off-World. Ребята, вы вспомнили, да? Это Glock Пришелец. Это та же текстура, тот же скин, только теперь на петухе P90, ребят. Это круто, это вот такие вот там какие-то лица изображены, там какая-то вот эти полоски, все как на Глоке, но только это по 90. Да, достаточно круто, спасибо создателям, что создали новый скин, теперь можно создать коллекцию. И вот, наверное, самый красивый скин здесь, это АВП Атерис, это у нас здесь змея изображена красивая и достаточно такой хороший скин для АВП, таких АВП я ни разу не видел, его можно даже сравнить с каким-нибудь Dragon Lore'ом, потому что он достаточно такой красивый. Но, к сожалению, качество у нас запрещенное. Ну да ладно, и так нормально. Да, здесь изображена змея, она тоже переливается, как голографическая, ну да ладно. Так, дальше у нас идет Tech 9, такой бамбози. Это он с наклейкой, что ли, какой-то, с пальмами какими-то, что такое. Тоже достаточно красивый скин, но он мне напоминает какие-то джунгли и,
ну я не знаю, я где-то уже такое видел. Мне такое не нравится, ну ладно. Дальше идет у нас Дигл. Опа! А здесь я уже вижу сходство. Здесь я вижу сходство, потому что это похоже на пламя. Правильно, это Дигл пламя, только он немного переделанный. Почему? Потому что здесь желтый оттенок я вижу, здесь я вижу оранжевый, и здесь, рукоятка у нее черная. Так же, как у пламя. То есть все то же самое, все так же сделано. И, блин, это плагиат, ребята. Это просто переделанный скин, и я не знаю, сколько он будет стоить. Также он запрещенного качества. И выглядит он вот так вот как-то. Блин, это реально плагиат. Просто разработчики сплагиатили у пламя. Так, это Гаус. Это здесь у нас MP5SD. Такой красивый, технологичный какой-то. Сделанный как будто непонятно из чего. Короче, собран, так сказать, на коленках. Такой красивый скин. Здесь у нас Moonrise, это такой есть глок Moonrise, тоже кто знает, это тоже прикольно, сделали они Yump 45, я не знаю, я бы его хотел. Дальше идет револьвер R8 Scan Crusher, это у нас похоже на Галил Щелкунчик, не знаю почему, но почему-то мне напоминает этот револьвер Галил Щелкунчик, я не понимаю почему, хоть он называется по-другому. Тоже прикольный скин. Мне он нравится, я бы его себе хотел, он также запрещенного качества, охренеть, ой, вообще запретного, охренеть, просто охренеть какой скин, да, ладно, он желтый, поэтому напоминает. Так, здесь есть аук, моментум, это что? Ну ладно, ладно. Для меня этот скин какой-то он некрасивый, он какой-то дешевый, но, наверное, стоить он будет там 2 косаря максимум. Я не знаю, но для меня он дешевый. Он выглядит на рублей такие, может быть, 100 максимум. Я такой где-то уже видел. Он достаточно такой страшненький получился. Блин. Моментом какие-то стрелочки нарисованы там на этой, на рукоятке. Не, ну я бы такой не взял. Он страшный. Нет, серьезно. Вот как вы думаете, так и напишите в комментарии. Но для меня он страшный. Это лично мое решение. Как-то так. Ой, какой же они уродский скин сделали. Так хвалил, сейчас так хвалил, а вот тут вот получилось, что некрасивый скин. Ну да ладно, ладно. Такой вот скин получился. Ну, спасибо разработчикам и за это. Так, дальше XM1014 Инсигратор. Инсигратор у нас. Здесь мы видим какого-то крокодила или динозавра какого-то. Нарисован какой-то огонь у него. Типа такой, ну, типа как крутой. Достаточно такой красивый скин. Тоже напоминает почему-то джунгли какие-то. Это для новой карты, что ли, они сделают. Или я не знаю для чего. И вот крутой для меня скин. Это 5-7 Angry Mobs. Да-да-да. Angry Birds. Да, это тоже как бы плагиат немного. Но достаточно тоже хорошие там мобы нарисованы. Достаточно такой хороший, красивый скин. Мне нравится, можно там его купить, использовать на оверпассе, потому что на оверпассе всякие граффити, здесь тоже изображены всякие разные крутые граффити, и этот пистолет только для оверпасса. И вот она, это она, M4A4 Emperor, это император, это у нас брат императрицы Калаша, должен был выдаться глок. В этот кейс, но глок императрица не вышел, вышел император. Это, ну если у нас калаш это как бы женщина, императрица, то М-ка это у нас император, мужчина. И он имеет синий цвет, там какие-то птички нарисованы, какие-то значки, какие-то черепки. Прикольно выглядит, изображено все красиво, я бы себе такую хотел М-ку. Очень даже красиво сделано. Вот я люблю императрицу, и этому скину я тоже буду рад, потому что он очень похож на императрицу, только императрица она такого красного цвета, император же синего цвета, и думаю, такое вот интересное совпадение получилось. И хорошо бы это все иметь в своей коллекции. И новые ножики, но я их к вам случайно не покажу, ладно, потому что они не берутся. Короче, вот так вот получилось, и сегодня давайте мы все-таки откроем хотя бы один кейсик, и в следующем видеоролике давайте тоже там откроем кейсик.
какой-нибудь. Потому что у нас 30 кейсов, а давайте все-таки открою я один ключик. И выберу какой-нибудь кейсик, допустим. Давайте, если я выбираю постоянно третий, давайте сегодня выберу какой-нибудь вот этот вот. И посмотрим, что из этого выпадет. Потому что один сегодня открою и все. И в следующем видеоролике еще 29 кейсов открою. Ладно, погнали. Так, что нам может отсюда выпасть? Я думаю, калашек, который вот мне понравился в Uncharted. Смотрим, что нам выпадает. И нам выпадает Mac 10 White Fish. Оу, ладно. Тоже я рад этому скину, потому что я не понимаю. Да, это или после полевых, или это поношенка. Да уж. Но да ладно, все равно я рад этому скину, потому что это круто. Это достаточно-таки круто. Первый скин мой. И это у нас после полевых испытаний. Круто, найс. Ребят, все. Ладно. Подписывайтесь на мой канал Навасов. Конечно же, ставьте лайки. И если набирается на этом видеоролике 10 лайков, то обязательно я сделаю опенкейсинг еще 29 кейсов. Ладно. Ставьте лайки, пишите свои комментарии. И всем удачи, и всем пока.